So, jetzt geht's los. Открутите эту крышку, нальете туда масло. Потом закроете эту крышку. Открутите этот шланг, где идет у вас от бочки где-то масло стоит. Открутите этот шланг. И от этого шланга, если вам надо чем-нибудь отсосать, чтобы масло пошло, отсюда масло пошло, и опять его резко завернуть сюда, на место, и потом попробовать его качать. Когда вы крутите, она должна быть качать, она должна идти. Если у вас с одной, может быть, это или забито, или что, может посмотреть, должно быть масло отсюда выходить. Если где-то там выходит, где-то нет, значит где-то какая-то сторона забитая, надо вам ее прочистить.